Привет, друзья, с вами Кэрникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Prison Architect. И мы с вами остановились на том, что поставили видеонаблюдение и активно занялись обучением наших ребятушек и веселиться от звуков шокера, который дико-дико-дико меня радует. Ну и, конечно, мы подняли наш доход с помощью лесорубки и... Кстати, небольшие проблемы у нас здесь на мастерской, но ничего страшного, это мы потом изменим. Нам нужно будет сейчас еще разобраться с программами, но это все отдельно. Я думаю, что эту тюрьму, в принципе, мы можем увеличить в том плане, чтобы сделать побольше заключенных в ней. Было бы просто идеально довести до соточки. Довести до соточки, но грант у нас, по-моему, сразу на плюс 100 человек, если я не ошибаюсь. Грант блок Б, увеличить вместимость тюрьмы до 100. До 100 или на 100, вот в чем проблема, потому что в прошлый раз я тоже прочитал. До 100 заключенных, ну до 100 вообще реально. До 100 вообще реально, так у нас все-таки образовательная программка никак не проезжает. Вот в чем проблемка, плотческое число. Кстати, о чем мы сделать 10 улучшенных кроватей. Нет, спасибо, не надо, так изучение питания заключенных, это нам не надо, как говорить, ладно. Пока с этим дергаться не будем, я думаю, вот здесь мы можем сделать дополнительный блок. Дополнительный блок. Мы можем его прям встроить, точнее, в эту стену. И сделать здесь, правда, что обидно, что проход будет в один блок. И не будет никакого детектора защиты. Так, может, мы сюда тогда перенесем. Правда, что нашим бегать тогда хрен знает, куда нужно будет. Я думаю, просто побольше поставить здания, которые у нас здесь остались. У нас библиотека осталась, у нас осталась почта. Не знаю, насколько она нам полезна будет. Магазинчик поставить мне тоже советовали для того, чтобы отбивать бабки рабочих, которые они, собственно, получают за работу на нашу тюрьму. Мы будем отбивать у них эти бабочки. Так, хорошо. Хорошо, у нас вроде бы больше семей не приходило, да? Да, больше семей у нас не приходило с детишками. Вообще, было бы идеально, конечно, сюда ее влепить. Сюда влепить, и, собственно, тогда нам придется переместить металлодетектор в вот таким вот образом. Вот таким образом, чтобы он был здесь, или даже двоих здесь поставить. Не, одного достаточно будет. Просто сместить этот сюда и переместить стенки вот сюда. Да, хорошо, давайте тогда этим и займемся. Нас интересует что? Нас интересует... Вообще, сначала нам нужно сделать забор. Вот в идеале нам просто нужно сделать забор. Сколько у нас здесь выходит? 8 мест. Давайте на 2 будем все делить. Сделаем камеру. Я даже не знаю, насколько мы можем сделать, на самом деле. Она же громезная может против выйти. Где у нас планировка? Давайте по стенам сначала. Вот у нас идет основная стена. От нее мы отталкиваемся. Выводим вот сюда. Выводим стеночку эту сюда. Вот это было лишнее, пардон. Вот таким вот образом. Так, у нас выходит огромезнейшая территория. Здесь у нас будет стоять дверь. Дверь, металло... Хотя зачем здесь? Мы здесь его продлим. Да, здесь металлодетектор не нужен будет. Вот, это будет огромнейшая общая тюрьма. Я не знаю, к чему она приведет. Я уверен, что здесь будет масса замесов просто. Огромнейшая масса. Здесь постоянно будет что-то происходить. Но как же без этого-то, в самом деле? Давайте тогда по контуру этой тюрьмы, собственно, сделаем... Блока, точнее. Сделаем оградочку сразу же, заранее. Вот таким вот образом. Хотя я тороплюсь, наверное. Надо было сначала до конца все просчитать. Ну ничего страшного, пусть будет. Сейчас мы просчитаем по местности, сколько и чего у нас сюда влезет. Нам нужно сделать, я просто боюсь представить, сколько у нас здесь человек будет жить. Должно будет жить, но должно вместить дофига. Давайте на всяк пожарный возьмем грант, вдруг он все-таки в расчет идет. Увеличить вместимость тюрьмы до 100 заключенных. До 100 нам подходит. Нам подходит, мы, наверное, сюда вместим овер до хрена заключенных. Просто вот реально, дофигища. Дофигища. Так, планировочка, нас интересуют объекты. Первое, что мы сделаем, это в... правом, наверное, углу, вот здесь, для того, чтобы далеко трубы не тянуть. Сделаем в правом углу душевую. Для этого нам особо заморачиваться не нужно. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот таким вот образом. Здесь мы закроем все стеночкой. Бруп. Молодец. Все как всегда. Закрываем все вот так вот стеночкой и подводим к одной несчастной... Так, 1, 2, 3. О, вот так вообще красота будет. Здесь у нас будет, собственно, слив. Хорошо, с этим разобрались. Дальше, по стенам. Здесь мы, в принципе, ничего закрывать не будем. Здесь мы сделаем туалеты. Кстати, их тоже можно закрыть. Чисто культуры ради. Так, вот проход будет. Вот таким вот образом сделаем здесь туб-залитосы. Которые будут у нас прибиты к стеночкам. 1, 2, 3, 4, 5. Я думаю, они вместе все в один миг не будут ходить мочиться и тому подобными вещами заниматься. Так, стеночка неровно, да, немножко? Да, асимметрия небольшая есть, ничего страшного. Никто от асимметрии еще не умирал. Дальше. Нам нужно будет выставить здесь везде кровати. 1, 2. Это будут двухъярусные кровати, это нужно учитывать. Это будет огромнейший просто блок в плане количества людей.
просто гигантский. Так, здесь, здесь, здесь. И тут мы сделаем место для развлекухи, поэтому можем сделать еще третий ряд. Тихо, стоям бы. Третий ряд, собственно, для ребятишек. Так, у нас выходит 3. 7 на 3, 21. 21 на 2, это у нас 42 человека сюда должно будет влезть. И мы как раз вписываемся в рамки. Вписываемся в рамки. Нам, кстати, заключенных так и не привозят по максимуму, по-моему. Или у нас они успевают освобождаться, ну, в общем, хрен поймешь, разберемся. Тут мы поставим разного рода развлечения, телевизоры, радио и всю эту подобную хрень. И, собственно, все, собственно, все. Ждем тогда, пусть пока наши ребятки построят забор. Так, здесь у нас будет дверь. Так, здесь у нас будет металлодетектор, это нужно будет разобрать чуть позже. Металлодетектор перетащим сюда, здесь у нас будут стеночки, вот таким вот косячком. Тихо. Будет таким косячком. О, у нас доходящий просто огроместный стал, слушайте. Давайте, застраивайте стеночки. Только не застряньте там, я вас прошу. Я вас прошу. Вы же строители, вы же профессионалы, мать ее. В конце концов, вам же-то можно через заборчик пролезть. Давайте, 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 давайте. Дерево не забудьте убрать, или оно не мешает? Оно, походу, не мешает. Так, все выбрались, на левую сторону выбирайся. А, он дерево все-таки лупит. Лупи деревце, давай, дорогуша. Так, огромный блок, выведем сюда, это выведем сюда, да, все окей. Вылез? Ну-ну-ну, вылези, вылези, я тебя прошу. Как-то он очень кривым образом, но он все-таки вылез через эту стеночку. Как ты там ходишь вообще? Ты маг, твою мать. Че он вообще творит? Ладно, фиг с ним. Так, тогда приступаем к застройке. Я просто боюсь сейчас сделать ошибку. Боюсь сделать ошибку в том плане, чтобы у нас не разобрало стены к хренам собачьим. Давайте вот так вот сделаем. Там стен не должно будет быть, мы их достроим. Все должно быть по красоте. Давайте вот так, да, стен здесь нет, те стены не уничтожаются, правильно? Правильно, все хорошо. Здесь сделаем достроечку стен вместо забора. Так, здесь нам вот этот блок не нужен. Вот это лишнее и вот это лишнее. Так, давайте приступайте, дверку мы сразу поставим, чтобы вы не переживали. Брык, поворотик, брык, дверка сюда. Поехали. Может сразу, конечно, стены, значит, нет. Пусть они сначала сделают основной блок. Так, что у нас происходит? У нас все сейчас должны храпеть. Давайте, наверное, пока обыск сделаем. Чем бы нет? Чем бы нет? Почему бы не проверить? Что у нас по карцерам? 4 человека ожидают. Поступление в карцер. О, здрасте. Кто-то выпендриваться начал. Очень зря. Сразу говорю. О, телефончик. В карцере телефончик. Как? Карл, как? Ой, там отвертки. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще один. Они, наверное, переговариваются между собой сидят. Нормально себя чувствует. Кстати, мне еще посоветовали проверить, можно ли вот этот пульт. Так, через какую менюшку мы его подключали? А, вот, соединить, попробовать соединить с таксофонами. Есть коннект? Нет коннекта. Или есть? Нет, полосочка есть, значит, коннект есть. Давай сюда. Давайте все таксофоны подключим, будем прослушивать всех этих уродцев. Так, а что значит синяя полосочка? Не говорит, что мы только к одному таксофону можем подключиться. Или они периодически слушают среди тех... А, они слушают тех, кто уже говорит. Я понял, пусть слушают. Так, строители, давайте застройте. Здесь заборчик, кстати, убрать надо бы. Это я затупил, пардон. Так, снести стеночку. Вот таким вот образом. Она здесь мешает. Совсем шушуть. Так, там проход у нас закрыт, да? Да. Они сюда не ворвутся. Сюда только строители могут зайти своим магическим способом. Неизвестны мне. Давайте, давайте, давайте. Это перестройте, перестройте, перестройте. Дверь есть? Ну? Давай же. Все подготовили? Да, молодцы. Так, еще кому-то влетело. Очень зря, очень-очень зря выпендриваетесь. Что здесь за просвет такой? Ладно. Пусть будет, обыск почти закончен. Так, мы пока-то будем заканчивать наше здание. Так, здесь мы дверь сделаем открытой. И, собственно, застроим полностью все, что мы здесь планируем. Нам 120 тысяч должно на этот весь праздник, праздник души хватить. Раз, 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 раз. Так, стеночки застроили. Дальше нас интересуют дверки. Пора, что мы поставим отдельную дверку, чтобы они, собственно, не верещали мне потом о всем этом неприличии. Так, туп залеты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Душевые. Раскройте весь списочек, пожалуйста. Насадочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Шпунь, шпунь, шпунь. Раз, два, три. Шпунь, шпунь. Раз, два, три.
Шпунь, 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 шпунь. Блин, нам сюда и горячую же довести надо будет как-то. Ёк-макарёк, тогда бойлер вам где-то здесь влупим тогда, наверное. Да, наверное, где-то там бойлер вставим. Так, хорошо. Дальше нас интересуют кровати двухъярусные. В студию можно? Спасибо. 500 бачей каждая. 3, 4, 5, 6. Боже, это только 11 штук уйдет на кровати. Почти. Это ужас. Ужас. Так, это есть. Развлекуху вам тоже сюда надо влупить. Лампы вам сюда нужно влупить. Все, все, подавай просто. Раз, два, три, четыре. В туб залез свет и в душ свет. Так, вы пока таскайте. Пока таскайте, пока я буду все расставлять. Сколько мы, кстати, подключили уже этих? Где у нас? Отмена. Соединение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да ладно, я что, максимум подключил уже? Это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Ну да ладно. Ничего страшненького. Так, этого прослушивают. Вся инфа идет. В ушки льется. Мы все слушаем. Так, это подготовили. И развлекуха. Развлекуха. Давайте у них здесь будет бильярд. Прям как короли будут жить. Потом развлекуха для нищих. Где радио? Радио и телевизор меня интересуют. Так, радиоприемничек. Есть. Телефиссор. Там, кстати, какие-то требования были к комнате этой? Двухъярусная кровать, туалет, помещение, замкнутое пространство, минимальный размер 2 на 3. Я понял. Спасибо большое, я вас понял. Мы можем, кстати, здесь сделать такие комнаты, увеличить просто в огромезном количестве наших... Ну ладно, потом. Потом это все сделаем. Так, давайте, вырубайте всех. Всех, кто выпендривается, просто вырубайте. Так, так как туалеты у нас стоят на эту сторону, они вылазить сюда не смогут за территорию, поэтому на стенки мы тратиться тут не будем. А вот здесь я потратился на стенки, если честно. Немножечко, хотя вот здесь поворот еще будет. Не, надо будет потратиться. Но это потом, мы сейчас так нехило вложимся для начала. Так, здесь у нас все есть, инженерия, поехали. Нас интересует проводка электричества. Вот сюда, пожалуйста. Займитесь этим делом. А что такое? Почему доступа нет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, прошу прощения. А-та-ташеньки, про вот это я совсем забыл. Я просто не хочу, чтобы сюда заключенные пока бегали. Можем как-то отделить пока. Логистика нам... Ой, где она у нас? Расстановка нам позволит? Да, отлично. Чтоб сюда никто не совался. Так, логистика не нарушилась. Расстановочка не нарушилась. Все, в этот блок никто не суется. Сюда никто не суется. Все, отлично. Давайте, ребятушки. Ну ты же сквозь стены ходишь, ну что ты выпендриваешься? Я видел сам, как ты сквозь стены бегаешь. Что ты мне тут будешь рассказывать? Так, хорошо, это все подготовили. Вода. Вода, 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 вода. Так, где у нас? У нас даже ближайшая труба в жопе где-то. Ладно, давайте тогда большие трубы проведем. Вот сюда. Дальше мелкие трубы. Шпунь. По парашкам и по душевым. Раз, это лишнее. Ну не вся ж полоса лишняя. Ну чё ты в самом деле? Раз, два, раз, два, трис. Трис, все. Бойлер, бойлер, бойлер. Бойлер это проблема на самом деле. Я уверен, что эти бойлеры до туда не дотащат просто. Просто-напросто не дотащат. Ну можно где-то здесь бойлер заночковать. Если прям совсем капец как надо. Ладно, пока с этим тоже заморачиваться не будем. Давайте, стройте, что есть. Парнишка, ты выйдешь отсюда или нет? Скажи мне честно. Давай мы тебе одну стеночку снесем, чтобы ты все-таки мог пройти. Так вы там вдвоем еще бегаете? Во, вы милахи. Давай, разбирай, сам оттуда и выходи. Ну? И что, ты крутишься стоишь? Второй, выходи. Молодец. Так, что вам тут мешает, я понять не могу. Нет доступа обучения первого. Окей. Так, застройте теперь тут. Так, запускайте этих жрать. Так, свет есть. Хорошо. Пока что мы ее не отмечаем как этот отдельный блок. Для того, чтобы нам не привезли сейчас хреновую тучу заключенных. И мы потом не знали, что с ними делать. Так, давайте этих кормим. Эти тут работают. Это банда шляется, да? Походу банда шляется. У нас же теперь две банды. Это же теперь вообще развлекуха. Это, кстати, растет. Причем очень активно. Цветет и пахнет, я бы вам даже сказал. Ну ладно, пусть цветет и пахнет. Пока они никакого негативного влияния вроде не имеют. Ну пусть они друг друга там валят, это наоборот полезно будет. Наоборот полезненько. Так, это застроил, застроил, застроил. Кучу труб ящички принес и быстренько давай все строить. Давай, давай, давай. Водичку не забудьте только до конца провести. Ты кто такой? А что тебя прочекать надо? А ну-ка расскажи. Хитрая жопа, что ты там уже тащишь? Непонятно. Так, мы, кстати, не доставили им телек, не доставили им все, что хотели. Так, стол для свидания у вас здесь не будет. Телевизор. Держите, у нас тем более запасные валяются. Так, слив тоже забыл поставить.
Так, тут есть, тут все есть. Кровати сейчас выставят. Что вам еще надо? Большой телевизор. Может, вам большой просто влепить? Давайте, отмена. Большой телек вам сюда впердолим. Будете развлекаться. И одну лавку еще поставлю. Может, она вам пригодится. Где у нас лавки, 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 лавки? Вот сюда. Все, огромный блок готов, который должен выдержать 42 человека, да? Если я не ошибся. По-моему, не ошибся. По-моему, 42. Так, ночка сейчас началась. А, она уже началась. Все, давайте, обыск, поехали. Я им не верю. Проверяйте все, полностью все. Пронюхайте каждую лазеечку. Особенно этих карцерных ребят. Так, карцеров, но, по-моему, прям в упор хватает. У нас только оттуда выходит человек, его сразу же заменяет следующий, и все. И чики-пики. Давайте, чекайте, чекайте. Уже не так много у них вещей, как было ранее. Это тоже плюсик. Так, вам здесь надо еще покрытие сделать нормальное. Бетонный пол нас интересовал, по-моему, только в помещении нет. Бетонная плита, перемещение быстрое. Вот, вот что нам надо. Вот так вот продлите. Хотя вот здесь, по-моему, лишнее. Вот. Ну, ну не все же отменять, ну, вот до сюда. Так, и здесь мы должны перестроечку еще сделать. Здание. Так, стеночка. Раз, два, три. Так, этот забирать быстренько. Это все надо реактивно сделать, ребят, если что. Это все надо сделать просто реактивно. Так, как там приоритет? Через Ctrl, да? Давай быстренько демонтируй. Молодец, я тебя прям зауважал. Прям респект и уважуха. Так, и ставим его сюда. Приоритет. Давай, быстренько, быстренько, быстренько. Стены тоже приоритет бы не мешало бы поставить. Давайте, приоритет и переносите этот. Ну, эй, эй, ну эй. Окей. Так, обыск закончим или нет? У нас, кстати, почему-то стало меньше места для обыска. Подозрительно. Чух-чух. Чух-чух. Так, что у нас по бюрократии? Образование мы этим заняты. Так, это мы сделали. Нас интересовала ответственность за казнь невиновных. Вот что нас интересовало. 10к вложим. 71 час. Уху-ху. Окей. Как-то, надеюсь, мы это переживем. Так, вы детектор перенести можете или нет? Установить металл-детектор, ну. Несет металл-детектор на склад. Не надо его на склад нести. Обыскать, выбрать, обыскать ящик. Нет, не надо нам это все. Ну ладно, сейчас они доделают туда все основное. Они просто и разобрали металл-детектор, и новый не поставили. Так, там где-то стишки нашли. Пам-пам-пам. Так, сейчас прибудут два заключенных к нам. Ну давайте, попробуйте. Нам надо вообще сразу следующий проект делать. Это хорошо, что мы этот блок сделали. Нам надо еще магаз, аптека. Ой, аптека, говорю. Библиотека нам нужна, вот. Давайте, тащите кровати свои. Давайте, раз, два, три. Там осталось 4 кроватки. Так, вот здесь плохо, что они без металл-детектора проходят. Так, вырубайте, вырубайте их всех. Не стесняйтесь. И тут у нас металл-детектора, кстати, нет. Угу. Угу. Это плохо. Так, прибытие заключенных плюс 800 батчиков. Ну давайте, приезжайте. Дверку им откройте, спасибо. Опять сишки спалились где-то. В смысле, на металл-детекторе спалились? Собака, наверное, спалила. Так, что, к нам битых привозят? Серьезно? Так, окей, пусть заводят. Пусть заводят, так. Надо будет металл-детектор еще сюда впердолить. Однозначно. Однозначненько. Так, здесь вы все выставили, бильярдные еще не выставили и две кровати. Ну же. Мусор вынесли, молодцы. Так, тут все прибрали, прибрали. Бильярдик занесите. Ай-яй-яй-яй, электричество же не подключил. Та-та-та-та, нехороший какой. Давайте сюда вставьте, здесь уберите. Демонтировать вот это дело. Вместе со стеной, кстати, желательно бы было. Нет, они убрали только провода. Снести стену, она здесь ни к чему абсолютно. Убираем. Так, хорошо, здесь в целом все готово. Все готово для того, чтобы сюда заселить хреновую тучу народу. Вот только бильярдик еще донесут. И будет вообще найс. Давайте-то распределим территории. Так, тюрьма. Брп. Брп. Есть такое счастье. Подходит все. Туалет, окей. Делаем вот таким образом. Туалет есть. Пространство со стенами и дверьми. Ну, в чем проблема? Пространство замкнутое со стенками и дверьми. Что вам не так, месье? Или вас волнует вот эта открытая дверка? Я могу закрыть. Не вопрос. Не вопрос. Что не кровать, вирусная кровать? Нет, все-таки что-то не устраивает. Все-таки что-то не устраивает. Ладно, давайте забахаем здесь пока душевую отдельно. Душевая. Сейчас проверим, как у нас там все обустроено в комнатке. Так, насадки для душа есть.
Замкнутое пространство со стенами. Так, проверяем. Здесь все, в принципе, точно так же. Душевая у нас даже отдельно не выделена, кстати. А почему? Почему же дождик капает по лужам? Давай-ка, оп. Душевая, есть. Вот оно что, она считает душевую, я понял. Я тогда понял, тогда отменяем обратно, делаем вот таким вот образом. Все, все окей, не выпендривайся, не выпендривайся. Ну и здесь тогда делаем точно так же. Или можем здесь сделать проход. Давайте вообще сделаем, чтобы прям чикит-брикин было. Так как есть переход в другое помещение, оно считает, что это некорректно и не хочет нас туда пропускать. Давайте ставим это и ставим обычную дверь. Вот таким образом. Сейчас наведем порядок и красоту, короче. Будет топовая тюрьма просто. Сколько у нас? Пока ее не приняло еще за тюрьму, 65 человек только. Так, нам должны 0 человек привести, я понял. Это есть. И дверку. Дверку. Молодец. Теперь зачет. Не зачет. Заперто. Не зачет. Я понял, эта система-то не сработает. Окей, тогда это демонтируйте, стенку разобрать к чертям собачьим и просто тогда выделим как общую область. Да и все. Не будем заморачиваться. Я хотел вам отдельные души, а вы там кривляетесь, ходите, поэтому мучайтесь. Ну-с. Что теперь не так? Так, стены везде, стены есть. Это есть. Убирай дверь, убирай стенку. Так, проверяем еще разок. Так, наводим. Переходы тоже заполнены же, да? Переходы заполнены, ну-с. Либо вас смущает вот эта еще дверь. Давайте уберем. Сейчас мы все проверим. Я хотел максимально культурненько все сделать, но вы культурненько, видимо, не хотите. Все же закрыто. Стоп, подкоп. В смысле? Это откуда куда подкоп? Я в небольшой растерянности. Или это кто-то отсюда роет аж сюда? Чисто ради интереса. Обыскать. Я буду ржать, если там реально такой огромный тоннель идет. Я просто истерически упаду. Быстро прочекайте. Я в недоумении. Сейчас такой тоннель на полкарты. Нус. Нет, это не отсюда. Окей, хорошо, давайте попробуем его зарыть. А зарывать-то здесь нечего. По всей территории нам нечего зарывать. Ладно. Упустим. Упустим. Так, стенку что не разобрали вот эту? Снесите, и я все равно не понимаю, так замкнутое пространство со стенами и дверями. А, может из-за того, что дверь не там стоит. Давайте уберем здесь один блочек, может это еще повлиять. Шпунь. Да, я ж так и знал. Я так и знал, что какая-то мелочь абсолютно, как всегда, не нужная, и она, собственно, нам будет мешать жить. Так, открываем. 107 человек теперь в тюрьму влазит. Мы закрыли. Да, мы закрыли грант, получили бабло. Вообще найс. Вообще найс. Сейчас я, конечно, боюсь, что нам навозят всякого дерьма. Одного человека средний режим. Ну окей. Одного так одного. Так, мне говорили, я где-то еще камеру неправильно поставил. Вот. Демонтируйте, пожалуйста. Так, наркоша, стоямба. Сейчас тебя прочекают полностью. Что опять не так? Я что? Все же нормально только что было. Нормально, что общались. Что ты начинаешь? Так, здесь блок. А, все. Все, теперь все правильно. Теперь все действительно правильно. Так. Проверяем. Камеру забрали. Стоп. Сразу ее установите. Камера видеонаблюдения. Так. Тоненькая. Вот таким образом она должна стоять. Давайте устанавливайте. Так, что вы тут жрете? Голодавших вроде бы нет, это уже ходят те, кто поел. О, палево, раз. Давайте я вам открою. Ох, нихрена ж сколько вас. А сейчас станет в два раза больше, скорее всего, со временем, конечно же. Так, мы подключили пульт. Пульт соединяшка. К прачечной. Броб, есть соединяшка? А, они ее еще не установили, давай установи, дорогой. Я на макет клик-клакал. Так, хорошо. Огромный блок готов. Давайте, наверное, тогда все-таки вложимся в стену. Она реально, по-моему, помогает от, собственно, этих побегов корявых. Что это? А, она автоматом же ставит, да, я забыл. Со всех сторон ставит автоматом эту штуку, ладно.
На всяк пожарничек вот так заведем. Постройте, молодцы, не постройте, ничего страшного. Я от этого не обеднею. Собака битая, этот битый. Где наши вообще врачи бегают? Да, врачей, конечно, заботы здесь немало. Так-то, по факту, если... Если по факту. Так, нужно теперь подумать место, где у нас будет находиться библиотека и где у нас будет находиться магазин. Магазин где-то должен находиться, наверное, возле двора. Наверное, вот здесь мы его сделаем. Магазинчик. Так как двор у нас все равно проходной. Ночные строители. Та-там-там. Та-да-та-та-там. Ножницы. Боже, да сколько же вы с собой таскаете, ироды? Так, кто-то получил люлей. На ровном месте. Так, здесь все окей. Там я, кстати, закрыл, по-моему, да? Расстановочкой мы закрыли. А, нет, все, открылось автоматом. Отлично. Тогда отлично. Нужно думать. Так, магазин было бы круто действительно тут поставить. Или вот здесь отхапать территорию у наших админ-комплекса, собственно, им здесь поставить магазин. Мы можем вообще здесь все вместить. Мы можем вместить сюда магазин, сюда, допустим, библиотеку, либо же наоборот. И никаких проблем вообще не будет. Давайте этим и займемся. Смотрим, что нам там нужно. Библиотека 5 на 5. Помещение, библиотечный шкаф. Так, так, так. Окей, магазин, что надо. Полка, стол, помещение 4 на 4. Прикольное помещение. Витрина. Ага. Ага. То есть мы еще витрину должны отдельно делать. Хорошо, с этим разберемся. Так, почта минимальный размер 5 на 5. Помещение, стол, библиотека и стол обычный. Ну, проще простого это же, конечно, сделать. Вообще было бы круто, если бы все сюда влезло, но сюда не влезет. Буквально пары блоков не хватает, мы бы сюда два здания поставили и все. Увы, увы и ах, не хватает. Что у нас там по снабжению? Отлично. Отличненько. Нам вообще было бы просто круто сделать каждому свое развлечение, да не заморачиваться. У нас как-то все через срок. Да не говори, что ты там застрял, я тебя прошу. Серьезно? Пацаны, ну вы что? Ну мужики. Ну мужики, ну вы что? Сколько можно застревать, серьезно? Давайте быстренько. Брык. Забрали, вышли отсюда. Так, сразу. Опа. Здрасте, где бунт? Где основной замес? В этой части. Поехали. Внедряемся. Всем намахали. По сраке. Стейзеры вырубайте. Все, молодцы. Вот сюда идите. Вот сюда идите теперь. Тейзер, тейзер, зарешал. Все, молодцы. Молодцы, занимайтесь дальше своими делишками. Никто не умер, никто не пострадал, все охранники есть, все эти есть. Смерть одна есть все-таки, бляха-муха. Заключенный, наверное, окочурился. Видимо, заключенный без сознания ранен, мертв, да, минус заключенный. Ну, кто же ему лекарь, как говорится? Сам себя приговорил. Нехрен было выпендриваться. Ты же осознаешь, что тут вооруженные ребята есть, что дубинки есть. В конце концов, шокеры неприятно делают. Так что ж ты это начинаешь, ну? Сам себе за пару создаешь. О, сейчас нам привезут в общей сумме 11 человек только что было. Воу-воу-воу-воу-воу. Стоямба, я к таким доходам не был готов. Seriously. 100 заключенных, нам даже ачивку дали. Воу-воу-воу, полегче, серьезно. Ох, сейчас надо готовиться, сейчас будет явно жарко. Сейчас, как их всех заведут, начнется такой дестрой. Неописуемый просто. Что, ну его в баню. Здесь, кстати, надо было небольшое перемещение сделать. Так, минус еще один. Его, кстати, не вырубили с тейзера. Ничего себе фартовый. Фартовый парнишка. И нам нужно карцеров еще гораздо больше ставить. Чтоб все прибывшие понимали, что как бы, ну не судьба. Не судьба здесь выпить. Зато доход 5 кусков. Почему бы нет? Почему бы действительно нет? Сейчас еще одна машина с заключенными. Хо-хо-хо. Сейчас будет жара. Жара июль просто. Так, здесь есть, зато по программам у нас куча людей появится, которые захотят участвовать в программах, я же правильно понимаю? Так, 15 человек в очереди, это терапия, плотское ремесло, 0 человек, плохо, дубинку даже нашли, так, безопасность, гигиена, это все потом сделаем. Кстати, нам она уже, в принципе, не нужна. Мы уже обучили нужное количество людей, которые этим занимаются. 65 человек закончили, 35 человек прошли успешно, 13 человек интересуют, 2 человека закончили, так, техника безопасности в мастерской, давайте еще разок ее пройдем. Идет, 13 человек интересует, 2 закончили, окей. Ой-ой-ой, у нас приемная просто забита намертво. Мне только интересно, почему сюда никого не заселяют. Пусть будет открытая. Хотя, блин. Плохо, что он так отдельно от всех находится. Ну, на всяк пожарный себя же обезопасим. Поставим раз, поставим два, поставим трис. Стоп, мы там металлодетектор вернули? Вернули, а откуда у меня тогда запасной взялся?
Ладненько. Так, пусть это ставят. Стоп, стоямба, что такое? Так что мне нравится, что их распорядки дня отведены слишком мало свободного времени. Я понял, сейчас опять на 2 часа, да? Начаться беспорядки, если не решить эту проблему. Так, увеличить свободное время до 6 часов или более. Окей, я вас понял. Поехали. Свободное время. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, все довольны? 120 часов нам нужно в такой халяве провести. Я понял. Я понял. Давайте, всех по чуть-чуть вывозите. По чуть-чуть. У нас сейчас так и выходит, что у нас почти один охранник на 3 человека заключенных. Это может быть жопоболью. Действительно может быть. Так, нам здесь 100% нужно будет увеличить столы. Я даже думаю, мы сейчас сместим. Сколько у нас там заключенных, подождите. У нас в основном нормальный режим и опасный. Да, мы все-таки хорошо все разделили им питание. Все это сделали заранее. Так, вы там оттуда выбежали, нет? Бойцы. Бойцы выбежали. Давайте застройте здесь заборчиком. Шпунь. Так, с этим разобрались. Здесь мы тогда реально оттяпаем территорию. Где у нас покрытие? Бетонные плиты. Брп. Тут все закроем. Где я там еще достраивал, кстати, здание? Везде нужно эти проходики миленькие сделать, чтобы они быстрее бегали. Так, тут все окей. Да, тут деревья продают, бабло идет, все отлично. О, так, оттяпываем тогда территорию по чуть-чуть. По чуть-чуть будем оттяпывать. Нас интересует здание, сколько нам нужно было. 4 на 4, по-моему, самое мелкое, да? 5 на 5 это почта, магазин 4 на 4, библиотека тоже 5 на 5. Два здания 5 на 5 тогда ставим. Сейчас постараемся их сюда вместить. 5 на 5 это если мы стенку сделаем сюда. О, раз, два, три, четыре, пять. Нам, кстати, может не хватить, подождите. Все так красиво я думал сделать, а по-моему так красиво не выйдет. Так, если мы затягиваем вот таким образом, нам нужно 7 на 7. А ты ж бичоныш, а? Не дотягиваем, чтобы красивенько все сделать. Хотя у нас здесь еще могут быть какие-то кабинеты, поэтому не будем сюда ничего выворачивать. Мы можем искорявить и продлить двор. Вот что мы можем точно сделать. Мы можем его такой кишкой сделать, вывернуть сюда. И здесь у нас будет как раз находиться библиотека, магазин и почта. Наверное, так и поступим. Наверное, так и поступим. Так, здесь у нас, допустим, проход, продолжение двора. Хорошо, хорошо. Вот до сюда он где-то идет. Здесь у нас, значит, вот таким образом. 7 на 7. 7 на 7 стоит раз здание. Потом 7 на 7 стоит два здания. Ну, не выпендривайся давай, ну серьезно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Оп. Вот так приставим, все. Будет так. Дальше нас интересует еще магазин. Магазин будет у нас, наверное, где-то тут. Где-то вот тут очки. Он должен быть 4 на 4, да? Проверяем еще раз. 4 на 4 плюс витрина. Я просто не знаю, сколько витрина занимает. Давайте на всяк пожарный тоже 5 на 5 фиганем. Так, или здесь двор даже продлим. Давайте, наверное, даже здесь продлим. Раз, два, три. Так, 6 на 7 нам нужно. 6 на 7, правильно? Да, плюс этот блок, все, 5 на 5 выходит. Давайте, застраивайте, короче. Объекты, двери. Раз, два, три. Приступайте. Пока это будут внешние блоки. Сколько там уже оформили? О, нам еще оформлять и оформлять. Одного за одним просто, одного за одним. Я сейчас боюсь представить, как у нас группировки увеличатся. Банды. У нас еще и одна банда, еще дополнительный. В этой банде уже 20 человек. Пора вас, короче, сажать на стульчик, мне кажется. Ну, кстати, вот, комната казни. Место, куда большинство осужденных не возвращается. Да, 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 да. Его мы сделаем где-то над комплексом нашим. Вот тут оно будет находиться, чтобы его проводили по двору, по всей этой жиже и заводили, собственно, на смерть. Моментальненько. Ну что ж, ребятки, сделаем пока с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же это видео понравилось, не забудьте подписаться на канал. А мы встретимся с вами в следующем эпизоде. Удачи!